Спорткомплекс «Орбита» в Римаше без преувеличения – спасательный круг для молодого поколения поселка. Здесь проводят свой досуг и взрослые, и дети. Построенный в советское время спорткомплекс многие годы не ремонтировался, а в этом году из местного бюджета удалось выделить средства на ремонт спортзала – порядка 6 миллионов рублей. Этих денег хватило на замену окон, пола, ремонт кровли. Теперь в спортзале тепло и уютно. То, что сделано, заслуга не только самой администрации, но и самих сотрудников спорткомплекса, которые приложили максимум усилий для того, чтобы сделать ремонт, провести все необходимые мероприятия, чтобы было красиво, чисто, аккуратно, тепло. Мы со своей стороны и дальше собираемся просто-напросто, как положено, дотировать, финансировать эти все виды муниципальных предприятий. Не только спортзал, но и ДК «Горизонт» у нас тоже на очереди. По случаю окончания ремонта в спорткомплексе состоялось торжественное открытие спортзала. Руководство спорткомплекса и администрация поселения на достигнутом останавливаться не планируют. В дальнейшем будет проведен ремонт и в других помещениях. Дом культуры, спортзал мы строили, можно сказать, в субботниках своими руками. И поэтому вот то, что сегодня происходит, я просто горжусь тем, то, что сохранилось до этого времени. Здесь росли мои дети, здесь сейчас растут мои внуки, и они пользуются вот этим спортзалом. Спортзал у нас постоянно работает в нагрузке. Гораздо лучше, да. Все дети довольны, у нас пошел поток детей. Стало заниматься больше народу и футболом, и хоккеем, и лыжами, и всеми другими видами спорта. Директор спорткомплекса «Орбита» Олег Дронов рад тому, что теперь в отремонтированном спортзале можно проводить больше соревнований не только районного уровня, но вполне возможно и областного. В прошедшие выходные в спорткомплексе состоялись соревнования по футболу среди команд района. Татьяна Сташенко, Евгений Половинкин, «День города».